Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам текстуры, выполненные в средневековом стиле для Майнкрафта Pocket Edition. Но здесь мы появились сразу в деревне, и здесь мы сможем хорошо рассмотреть наши новые текстуры. В глаза нам сразу попадаются книжные полки. Также нам попадаются в глаза и камень, дерево, верстак. К сожалению, стеклянные панели сделали в каком-то таком, ну, очень красивом стиле. Также изменили жители, они стали похожи на пиратов или на кого-то там, не знаю. Ну вот, они изменили. Так, ну, идем дальше, перепрыгнем. Кузницу у нас тоже изменили. Кузницу, вот печку изменили, как видите. Лава тоже не изменилась, она осталась тоже тот же самый. Изменили сундук. Тоже он в таком стиле сделали его. Так, дерево, можно увидеть забор, но житель опять бегает, еще один житель. Ну, говорю, какие-то страшные. Также очень сильно изменилось листва, а само дерево, трава, ну, все изменилось, даже изменились кусты. Но, к сожалению, в этом текстурпаке не хватает изменения воды. Если кто смотрел мои обзоры текстурпаков, то там в некоторых текстурах изменяли даже воду. Так, почему-то у меня житель спавнится на крышах. Так, вот у нас есть один, так сказать, давайте мы его освободим. Так, все, мы тебя успели, что ты даже нам... А, вот нам говоришь спасибо, ну, пожалуйста. Так, ну, идем, так, мы нечаянно свалили в дырку с этим жителем, но мы идем дальше. Ну, здесь изменилось очень много, вот рельсы даже изменились, они стали вроде бы даже красивее, чем были. Изменилась кровать, она стала синим цветом, и сзади ей добавили еще какой-то обруч. Ну, к сожалению, лодка не изменилась, она стала такой же. Тут у нас к нам пришла свинка на наш обзор, но свинка у нас изменилась. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.